должно быть дождя.
Thank you.
даруйте мне терпение.
Говори быстро! Я отнес вечный огонь во все часовни. Ты лжешь! Зверь все еще преследует нас! Я же говорил тебе, что это не сработает. Где моя плата? Ах да, твоя плата. Должно быть, проклятье сильнее, чем я думал. Нет сомнений, что причина — это ведьма, Абигайл. Она злая женщина. Ведьма? Может быть, она сможет рассказать нам больше? Ты хочешь связаться с этой безбожной шлёндрой? Это она натравила на нас зверя и все прочие бедствия тоже. Возможно. Но все равно я хочу сперва с ней поговорить. Мы должны узнать, откуда пришел зверь. Узнай правду и возвращайся ко мне. Так и сделаю. За 300 оринов. Мы бедная община. Могу предложить только 200. Пусть так. Thank you.